микрорайон «Спутник-1» все еще строится. Однако здесь уже проживает больше 1000 человек. Благоустройство населенного пункта начали с открытия спортивно-развлекательной площадки. Мастер-класс для детей проводит профессиональный гимнаст. Смотрите, как переворачиваться. Беретесь, поднимаете ножки. Повисели. Спортсмен объясняет желающим технику работы на каждом тренажере. Поднимаемся назад. Спортивную секцию оборудовали тренажерами, брусьями и турниками. Их подарили микрорайону в качестве приза за второе место в городском конкурсе по благоустройству. У нас весь спутник участвовал, весь наш джемат, все наши мужчины, дети и женщины. В новый комплекс также входит детская площадка с большим разнообразием карусель и лабиринтов. К снарядам никаких претензий. Качество идеальное. Вот мы сегодня еще ребятам пригласили тренера по гимнастике. Детскую площадку установили по программе благоустройства придомовых и внутридворовых территорий. Мы достаточно на сегодняшний день сделали в микрорайоне такой центр притяжения наших деток. Этот этап благоустройства начали сами жители. Благодаря таким вот мероприятиям люди начинают верить в то, что можно что-то решать и добиваться. В администрации города отметили, что в ближайшие 5 лет благоустройство продолжится и в других микрорайонах Евпатории. Руслан Минаев, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллет».